Видите ли идея, как люди принадлежит руководству Брэда Фонтерица, но для нас это уже как бы не первый выступ, который Брэда Фонтерица организует, а уже третья, мы такую же выступку проводили там много назад в Екатеринбурге, и получили там первый опыт, и первые очень порадовавшие нас оптики людей. Потому что вот все, что это делается, это не коммерческий проект, безусловно. Вот. И это делается для того, чтобы действительно вот то, что говорила здесь Вера Харуновна, о том, что сегодня День России, это выставка в этот день открывается, это не громкие фразы и не пустые слова. Очень хочется, чтобы вот эту выставку посещали жители Казани, гости этого города, чтобы сюда приводили своих детишек, внуков. Если хотя бы в нескольких детских душах зародится интерес к настоящему искусству, если это возбудит у них какие-то чувства, которые позволят потом в дальнейшем развить вот это все, вот тогда мы будем считать, что наша цель при организации этой выставки достигнута. Вот.